Окей. У нас второе занятие, да, у нас разбор неогласованного текста по статьям Рава Ханан Парата Заль, которые опубликованы в его книжке «Меат Меаор». Сегодня мы к Парашей Шофтим, мамар называется «Бет Мимут». Все построено практически на обыгрывание слова «тамим», «тмимут» и так дальше. Надо посмотреть, я все время пытался это как-то по-русски по-разному перевести. Почему? Потому что однозначно сказать невозможно. Ну и кроме того, в самом иврите тоже заложено неоднозначное понимание, что и будет раскрыто. Окей? Ну хорошо, Ань, давай, начинай. Так, значит, это, собственно, текст, по которому идет, да? Которым да, это текст, по которому я специально не стал ставить русский, потому что меня он как бы отвлекает. Будем читать так, и если я прислал ссылку на русский текст, я его перевел, пожалуйста, можете посмотреть потом. Сейчас нам главное как бы прочитать, окей? Да. Ну, давай. Так, «Тамим тирье и машем лукеха». Да, это только такой... заголовок вот этот, если можно, хорошо? Да, «бет мимот» получается. «Мимот». «Мимот». Ну, «тмимут» — это что-то типа простота, невинность. Получается. Ну, вот сейчас мы будем это обыгрывать. Это многозначное слово, потому что, ну, по-простому, на современном иврите это «тамим» — это наивняк. Но сейчас как бы будет раскрываться это слово. Я просто скажу синонимы, которые по-русски, ну, будут на эту тему. Бесхитростный, то есть не колдовство, не это, бесхитростный. Ну, и наивный в каком-то смысле. Про курбан там говорится непорочный, в том смысле, что нет дефекта. Окей? Ну вот, бесхитростный, непорочный, цельный и так дальше. В современном иврите действительно практически 100% это иш, тамим, это наивняк, то, что говорится по-русски. В этой статье это обсуждается именно не так. Окей? Идем дальше? Да. Давай. Так. Так. Итхалех. Тамим, ну, не, прямыми, прямыми, невинными, чьи там какими-то наивными. Ну, сейчас будет именно это, сейчас это объясняется, вот этот посук, который... Будьте тегей вашим, будьте со Всевышним Богом вашим. Это цитата из Да, Марии. Правильно. Вот эта вот фраза, она сейчас будет обыгрываться все время, поэтому, ну, мы пока что прочитаем ее по простому смыслу. Тамим в смысле там, в смысле... Мне показалось, что самое... Ну, близкое слово – это бесхитростный. Напоминаю вам сейчас, и дальше будет тоже про нох, сказано там. Поэтому это не так просто. Про там – это в смысле человек, который действительно бесхитростный, который полагается и так дальше. Окей, теперь действительно вторая фраза. Давай чуть-чуть, поскольку у нас сегодня немного, и мы будем читать по каким-то кусочкам, да? Итхалех, имо бет тмимут. Да. Ходите, ходите, или ходи с ним... с Богом имеется в виду. Ну вот, да, вот бетмиму, то есть как бы... Да, да. Простоте, наивности, невинности, что-то такое. И ма ше его элеха. И что? Да. Ше его, что ты... Как это, что это? Что ты лучше переводить дословно, правильно? Не пользуясь литературой. И то, что на тебя придет. Ну, то, что... Придет, да, да. Да, то, что с тобой придет, происходит. Да. Кабель бетмимут. Принимай, да. Вот в этом простоте. Бэ, да. Да, единственное мое замечание, слово «идалех», оно, значит, «лалех» это просто идти, 100%. Ну вот, например, «лех-леха», да, Аврааму. «Италех», «италех» это «итпаэль», и тут немножко по-другому. «Италех» это, на мой взгляд, это какое-то продолжительное, ну, то есть по-русски это как бы типа гуляние. Прохаживайся, прохаживайся. Ну, прохаживайся, да, хотя бы как бы с Богом прохаживаться, это не очень понятно. Идея в том, что ходи с ним. Не иди, потому что иди – это просто идти по дороге. А вот ходи – это в смысле туда-сюда. Даже в русском «ходи», по-моему, это вот что-то типа «идалех». Окей? Ну, хорошо, давай еще одну фразу прочитаешь. Так, хорошо. «Милот». «Атоэр». Вот это слово «атоэр». «Атоэр». «Атоэр» – это прилагательное. А, вот так вот. Да. «Атоэр» – там. «Атоэр». «Милот», «атоэр». Слово вот это самое прилагательное, да. «Там». Там витамин, да. Витамин, ше мишма... Мишамшот. Не-не, сейчас, секундочку, давайте договоримся так. Мы даем человеку, ну, буквально несколько секунд, когда он сам отгадывает, что написано. Поэтому это все, в этом как бы весь кайф, правильно? Если человек, ну, есть какая-то пауза длительная, и видно, что он поднимает руки, тогда как бы помогают присутствующие. А да. Если этого нет, тогда я вступаюсь. Как бы такая схема. Окей? Значит, ты расшифровываешь слово мемшим, мемшим,
в автобус. Ну, используется, короче, я поняла, что ну, это... Ну, не совсем, машмаут, в данном случае машмаут. Только по смыслу. Действительно, может быть, мешамшот. Но, на мой взгляд, это машмаут. Машмаут имеется в виду смысл. Имеется в виду их смысл. Правильно? Окей? То есть прилагательный там бетамим, их смысл. Смысл. Беврит, амудернит. Да. В современном иврите. Да. А вот это вот слово опять. Летеур. Для объяснения, пояснения. Дмуто. Дмуто. Да, правильно. Адам, шель адам на иви. Да. Для использования вот этого вот дмуто. Дмут это смысл. Для видимо, описания. Их смысл в современном иврите. Да, описание. Описание человека наивного. Да, наивняк. Окей, правильно. И дальше. Так. А вот это слово, я опять ничего Тоэ не знаю. Тоэ – это тоу-ваво, это хаос. Тоэ – это человек, который стоит с раскрытым ртом и говорит, я в шоке. Ну, это как бы сейчас говорит, да, но это взрослый, да? А тоэ? А тоэ? Каелет? Да. Асовев ото? Да. Блин, леавин? Сейчас приведи только вот этот кусочек, чтобы нам было понятно, да? Который вот этот стоит, который вот... Который этом, совершенно, ну, как такой ребенок, обалдевший, как, да, удивленный. Как ребенок, а-ля Сувефа, только ко всему, что окружает. Наверное, окружающую среду. Окружающий, то, да. Что окружает его. Бли Левин, без понимания, да. Точного бдиюк, макарапо, что происходит. Что-то здесь происходит, что вообще происходит. Да. Ну, а дальше как бы перечисление, что ребенок как бы спрашивает в Бетмиму, да? Миу, ма, векама, валама, кто ну, да. И что, и кто сколько. Кто и что, и сколько, и зачем, и так дальше. Да. Ну, давай прочитай еще, скажем, фразу, а потом перейдем к другим. Как Дарих Машаль и подобным, типа, подобным образом, или как-то так? Ну, да, Дарих Машаль, в смысле, ну, иносказательным способом, да? Да, иносказательным способом. Умерет, умрот или умерет, анара. Анара. Вот это хорошее слово, мефукахат. Мефукахат. Мефукахат очень употребляется в современном иврите. Мефуках – это человек, который... то есть это прямо противоположное тмимуту. Вот есть наивный, а кто противоположный наивному? Человек, который смышленный, вот типа это, да? Ну, наверное, как-то по-русски, может быть, даже не смышлен, а еще что-то. Мефуках – это человек, который, ну вот, его невозможно... Он не удивляется, а очень, как бы, осторожно и тщательно выбирает, как бы, свои действия. В отличие от Тамима, который, как бы, вот стоит и спрашивает, от чего это еще. А Мефуках – это человек с раскрытыми глазами, он очень четко все проверяет. Вот эта вот девушка, которая такая вся, значит... А Нейра, это имеет в виду молодая... Нара, да. Она говорит своему, вот даже Ау, да, говорит своему... Молодая девушка, вот эта смышленая, Лагава. Да. Говорит своему Ау. Ау, это значит ее избранник сердца. Любимому. Любимому, по простому слову, да. Да. Атамим. Просто. Который вот такой наивняк, да. Атамим, просто простому Баширо. Да. Оцени. Шель, Дани, вот это я не знаю, кто да, это. Да, в какой-то песне. Циничной песне, ну, достаточно циничной песне. Это известные, но сейчас все уже стали старые. Вот, но он такая звезда, ну, не знаю, израильской эстрады Дани Сандерсон. Если кто-то про вас сейчас вот переведи еще одну эту фразу, и будет кто-то другой. Вот эта вот фраза, эта фраза из его песни очень известная. Очень хорошая песня, очень известная. И там очень хорошие слова, в отличие от тех песен, которые сегодня, когда, ну, как бы, слов со смыслом практически нет. Ну, хорошо, вот его, вот слова из песни, а вы посмотрите в русском переводе. Я не поленился, там есть линк на YouTube, где вся эта песня. Я вам сейчас своими, значит, ничтожными силами спою вот эту одну строчку. Окей, читай. Дон Кишот. Ну вот первые слова, это вот такая загадка. Кто это может прочесть? Вот Дон Кишот. Правильно, вот Дон Кишот. Тамим Леолам. Сейчас, секундочку. Дальше Аня. Дон Кишот, и на иврите не Дон Кихот, а Дон Кишот. Ну, я понимаю, да, но по-французски так говорилось. Да. Альтигье, кольках тамим беулам. Да, она ему говорит, да, Дон Кишот, не будь таким наивником в этом мире. В этом мире,
ел это ребенок, Она говорит, ну ты ребенок мальчик, учителя. мальчик, мальчик. Да. Эн маком лестам Холмин, да. холмим. Нет, нет места для Ну да, в этом каких-то мире нет места для вообще таких мечт, этих мечтателей, да, считателей звезд. Кто-нибудь эту песню слышал, нет? Нет. Хорошо. Я вам напою эту строчку, а вообще говоря, она крутится по Найдем, радио. найдем, О, найдем. Дон Кишот, аль тие коль ках тамим, бе олам елет, эн маком лестам холмим. И дальше это развивается, очень красивая песня. Ну хорошо, все, Ань, ты молодец. Вот, Саша никак не может нам присоединиться, но неважно, я не могу с этим ничего сделать. Давай, я ж ты можешь чуть-чуть почитать, я тебе помогу. Эйн сафек. Молодец. Шиат. Шиэт, эт. Это, Шиэт. да. Ашра, ашра. Ашраха. Да, отлично. Лемашмаут зо. Да. Шельтам. Ветамим. Да. Нитла. Натла. Натла. Ашпа. Асафа. Асафа. Да, отлично. А модернит Правильно. Милашон Хазаль. Азаль. Мудрецы. Ну, остановимся до точки, да? Быстренько переведу, хорошо? Эйн сафек, нет Нет. сомнения, что это ашра. Ашра – это вдохновение, правильно? Эйн сафек, так вот, нет сомнения, что вот вдохновение для смысла слов вот этих там витамин, натла. Натла – это как поливание для рук, или то же самое литоль. Литоль – это немножко более высокое значение слова лакаха. Взяла, взял из современный язык из лексики, или из лексики, кто Хазаль это известно, да? Хахамим зихронам ливрахам, а именно мудрецы благословенные их память. Окей, идем дальше. Амеханим, читаешь? Амеханим Да. это бен Ашлиши, ши бе Агада. Агада башем там. Да, сейчас вот этот кусочек переведу. Которые называют Хазаль. Приводятся примеры, да, из традиции, как называется, где употребляют слово там. Которые называют третьего сына пасхальной Агады именем там, как вы знаете, да, правильно? Окей. Да. Дальше вот это вот. Ветаэрим оту Да. Кеми. кими ше эйно Шеэйно. месугал Отлично. лехин Лавхин. пратим Вопротим. кмо эвен Кмо абэна хахам. Окей, кмо абена хахам. это значит хахамим, мудрецы, так называют третьего сына в Агаде, именем, которое называют его там. И они его как бы описывают как того, который месугаль, это известно, да? Месугаль – это очень хорошее слово, оно, с одной стороны, с иголь, непонятно почему. Это фиолетовый, в данном случае не имеет к нам отношения. Сегель – это став, это команда, да? И вообще человек, который месугаль, да, это человек, который способен что-то делать. Огромный комментарий на это слово – это амсагула, который по-русски традиционно переводится «избранный народ», что оно неправильно, потому что «избранный народ» – это амнифхар. А амсегула – это народ, который избранно способен выполнять какую-то функцию. И точно так же, как ну, сгула, что такое сгула? Сгула – это амулет или вот что-то типа этого, поэтому понятно. Но в данном случае, который не способен лавхин. Лавхин – это Различать. Различать, да. различать, правильно. Отсюда пхинот, например, это экзамены, правильно? А лавхин – это различать между этим и этим. Который не способен различать бепротим, то есть в деталях. Да? Дальше, как кто, кмо. Кмо бен хахам. Как этот самый И сын. мудрый сын, правильно? Потому что мудрый сын сразу спрашивает, а что это, афикаман, то все, пятое, десятое, правильно? А этот, он ничего не знает, он просто говорит, что это у вас тут такое происходит. Как вот такой ребенок. Эла. אלא רק לשאול בתמימות Да. ילדותית. Замечательно. Эла – это всегда отрицание того, что было до сих пор. Да? Надо всегда различать, потому что есть Эла, которая с М в конце, и это они.
А есть эла, которая звучит точно так же, вот, но которая является отрицанием всего, что было до этого. Который не может различить, а что? А напротив этого он только может быть мимут, да, спросить мазот, что это. Все, на больше он не способен. Хорошо, прочтешь еще фразу? А, Матан, а почему ты не даешь перевести вот человеку? Почему а, там? Да, я ж, пожалуйста. Да, действительно, я плохо себя вижу. А я уже услышал перевод. Ну, не важно, хорошо. Ты уже все перевел. Давай дальше, хорошо. Вот Брам. Да, барам это служебное слово такого, которое редко используется в современном иврите, это больше из языка мудрецов. Барам это однако. Ага. Белашон микре. Микра это писание, правильно, салафом в конце. Ты вот совершенно правильно ошибся. То есть стандартно, понимаешь? Вот если бы здесь было вот это вот было бы на конце этого слова было эй, тогда действительно это было микре. Микре – это в смысле событие, event, да? А с алефом на конце – это от слова ликро. И по-русски стандартно переводится «писание» с большой буквы. То есть в лексике или языком писания дальше. Ну да, от лемилим, там. Да. Ве тамим. Да, опять то же самое, там ве тамим, да. Машмаут. Замечательно. Шоне. Шона. Ну, потому что Машмаут она, женский род. Она лехалютин. Замечательно. Вот это вот, если меня Аня правильно поправила, вот это вот ты можешь перевести, или я тебе помогу, во всяком случае. Но да, в данном случае, вот эти вот балашона микра, то есть в лексике библейской или там в танахической лекции, я думаю, здесь слово «ну да», она придает этим словам. Да, но это не совсем придает этим словам, каким там бы там им. Дальше, опять слово Машмаут. Что такое Машмаут? Смысл. Да, правильно, шоне. Измененный, другой. Да, совершенно. Да. А что такое лохалутин? Вообще. Да, лохалутин – это абсолютно. Это просто абсолютно. Это просто на... вот лошон микра, он придает этим словам совершенно другой смысл. Просто абсолютно другой смысл. Да? Там. Ну, хорошо. Ну, замечательно. Там, да, там. Там бимикре. Бимикра опять. Мишмауто, Шалем, да. Шалем. Замечательно. Ве анашим ит атмимим. Просто анашим атмимим. Эйнам анашим садиким. Ашлемим де амунатам. Да, Ань, проследи секунду, мне надо ответить Саша, он не может войти. Да, читай дальше. Бе... О беорахот хаем. Да, так еще раз, так я возвращаюсь. Там, там в описании. Да. Мушмуто шалем. Имеет смысл. Цельный. Цельный. Понимаешь, шалем это всегда цельный. Да. Ну, например, Иерушалаем, да, Иршалем. Это тоже одно из названий Иерусалима. То есть цельный город, да. А шалем, от слова шалом и так дальше. Тоже очень большое всякие значения. А да, цельные... А цельные люди нет. Да. И нам, смотри, и нам это тоже часто можно ошибаться, потому что и нам. Вот есть случай, и нам это они есть. То есть по-русски можно вообще это опускать. Но это как бы они есть, это тоже такой язык, который, ну, в разговорной речи такого вообще не бывает. Иногда как бы так пишут. Но в речи, которую используют Ханан Парат, это совершенно нормально. И нам это они есть. They are. И нам. А, они праведные люди. Правильно. Ашлемим цельные. Да. Ну, в данном случае ашлемим... Ашлемим в их вере. Бэмону там, которые, ну, как бы шлемим, в смысле человек, называется уишлим им зэ, он как бы согласился с этим, он принял это. В смысле, что они принимают, как бы, принимающие на веру, да, принимающие, да, на веру и б орхот хаэм, это имеется в виду... Ценности. Ну, не, даже орах хаим, это образ жизни. В образе жизни, да? Окей, так. Да, и дальше написано, да, и вот этот кусочек еще прочитай, ках. Ках, мехуна, ноа. Мехуне. Мехуне, нах.
Нох. 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 Это Нох, да, правильно. Что такое мехуне? Кто значит такое мехуне? Называется. Да, а это слово кинуй. Да, кинуй – это как бы прозвище и так дальше, правильно? В данном случае мехуне – это пассивная форма, и так называется Нох. Окей, замечательно. Ира, идем дальше. Угу. И шадик тамим. Береши это лаптет. Да, это так, как сказано про Ноха. Заметьте здесь, что, ну, как бы здесь уже смысловое, что про Ноха совершенно не имеется в виду, что он был как бы наивняк, а имеется в виду тамим, то в смысле, что он был действительно шалем, бесхитростный и так дальше. И, да, и для подтверждения этой идеи Ханан Парад приводит Тиргум Онкелус. Тиргум Онкелус. Гевер Закай Шалим. Да, ну вот он его переводит. Гевер Закай Шалим. В смысле, что он шалем, то в смысле, что он цельный, а не в смысле, что он как бы наивняк. Теперь дальше еще одно подтверждение. Коре Рибану Гауламим Леврам. Да. Рибон. Едалех Лифанай Ветиги Тамим. Тамим, да. И вот так же сказано про Авраама, да, может перевести в Иках Коре Рибон Гауламим Леврам. Вахкан Метаргем Онкелус. И тут... Не, подожди, вот это переведи, мы вот это не перевели в... И так называет Рибану Ширалам. Нет, и так зовет, так называет. Называет Рибану Ширалам Авраама. Да, Рибану Аламим пишет. Ну, хорошо, Владыка Миров, да, Владыка Миров Авраам. Ходи, ходи передо мной и будь... Будь тамим, ну, то есть понятно, что здесь речь не о том, что будь тамим, в смысле будь наивняк. А в том смысле, что в гораздо более глубоком смысле. Дальше будут объяснять, что смысл такой, что это не идолопоклонство и не гадание, не это, а полагайся на меня. Вот, наверное, самый простой перевод мне сейчас пришел в голову. Это полагайся на меня. Это вот вы а я тамим. Окей, дальше вы а. Торгума Анкелус. Палах ути. Ну, это да, это арамид, мы как нам хорошо бы с ивритом разобраться, но он в скобках переводит. Это на самом деле. А вот идти, то есть работы со мной, что служи мне, да? Авей шалим. Авей шалим. Это авей в смысле будь. И будь цельным, будь шалим. Окей. Дальше. Гам. Гамшар тор там. Шершо тамим. Шершо таф мем мем. Таф мем мем, ну это как бы три буквы. Да, кен. Да. Мошмото зага. Зега. Зега. Да, только давай переводить сразу, чтобы мы не забыли. Мошмо зага, зега. Да. И даже и писание там имеет корень. Там тоже прилагательное там, просто то. Прилагательное там имеет тоже корень таф мем мем. Да. И похожий значит... смысл, в смысле шалем, да? В смысле шалем. Все было на тему там, что очень самое близкое по слову к шалем, а не к слову к наивному. Да и дальше. Алькен. Алькен Некра Яков Авину Иштам. О, замечательно. Да, и как это... Бенглос. И поэтому Яков... Наш братец называется в Торе там, Иштам, человек там. Да, Иштам Йошефу Алим, правильно? И это тоже совершенно не наивняк, а совершенно другой смысл, да? И там же тоже опять приводит, и там же тоже. Он что говорит? Гэрм Шалим. Гэрм Шалим, опять, речь идет про цельного человека, цельную личность, правильно? Которая не разбрасывается на, не знаю, на разгадывание, предугадывание будущего и так дальше. И дальше, еще один пример. Да. Там в Яшар в Ире Элоким в Сар Мера. В Сар Мера, правильно. В описании Йова. Да. Именуется Йов, человек там, прямой. Да. Боящийся Всевышнего. Да, буду боять, правильно. И удаляющийся от зла. Замечательно. Сар, это тот, который удаляется, действительно. Сар. Сур. Сур, а хочешь удалиться? Ваше, да.
Правильно, в Таилим тоже есть такое. Что ты говоришь, Аня? Я не понял. Я говорю, в Таилим есть сур мира васетов. Да, вот это как раз сур, это как раз отсюда. Это стоп, это как раз отсюда, да? Сар мира, это удались от зла, зла, злодейств и так дальше. Окей, и давай тогда последнее. Ухен, еще ледгот. Да, опять то же самое тоже. Кицады. Нет галгалу, нет галу во дворе. Да, переведи его так, чтобы мы не забыли. И поэтому есть смысл поразмышлять. Ну, даже вопрошать, я думаю. Вот мне кажется, вопрошать подходит лучше всего. Опять же, это вопросение с вопрошание с таким сильным, сильным эмоциональным зарядом. Каким образом да. Эти слова ну, превратились, да, каким образом произошло превращение, да? Потому что, ну, отсюда же слово гильгуль, галгаль, это круг и так дальше. Адыши вабху гатам и ватамим. Да. Манашим шлемим ле наивим. Да, правильно. Произошло, что люди цельные, прямодушные, да. Стали просто наивными. Да, каким образом изменилось, мы сейчас будем постараться понять, каким образом произошло изменение смысла. Окей? Ань, мы возвращаемся к тебе? Вроде того. Да, только все-таки не надо так торопиться, мне кажется. Да? Ну, это я, наверное, да. Хорошо, останавливайте меня. Другому человеку. Нет мужчина. Проблем. Мужчина, мне кажется, ему тоже тяжело. Нет проблем, нет проблем. Вы такие реактивные. Я себя буду останавливать. Так, вэхэн, что-то поэтому или для этого, что-то такое. Вэхэн, ешь, вот этот вопрос уже прочитали. Да. Все, это я что-то затупила. Думэ, мафтэх, right? Метаморфоза. Метаморфоза. На уц, воткнуть. На уц, точно. Б перушо шераши. Да. Левсок б парашатейну. Замечательно. Можешь это перевести? Секундочку, думаю, это подобное что-то такое. Ну, похоже, он говорит, похоже. Похоже. Мифтах открывается. Мафтеях это ключ. Ключ для этот вот. Ключ вот к этому. Метаморфозе. К метаморфозе вот это почему так перевертушу, оно уткнулось. Вот, ну, в смысле не уткнулось, а где он находится? Сейчас не могу их слово подобрать. В смысле, что вот он заключен, воткнут. Да, в чем? В комментарии Раши. К нашей главе, парашютейну. Тамим тихие машемулкаха. Будьте невинными, простыми. Да, вот сейчас, по-моему, Саша нас слышит. Да. Сейчас, нет, я просто... Саш, по-моему, ты нас сейчас слышишь. Я вижу у тебя микрофон. Нет. Как нет? Вижу, что нет микрофона. Почему? У него есть микрофон. Я вижу, перечеркнут. Ну, подожди, нет, перечеркнут, это он не говорит, но он... Ты просто напиши ему, чтобы он включил микрофон. Да, хорошо, да. Прости, Ань, секунду, просто человек тут никак не может это... Включи... Много всяких картиночек очень маленьких. Это... ну хорошо, беседер, это не я. Ну хорошо, да, так вот он воткнут в этом самом... в объяснении Раши... К нашей параше, да? В этом самом тексте, который мы уже читали. Будьте прямодушны с Богом вашим. Да. Окей. Так, ле. Читай дальше. Кеура. Ле кеура. Я не помню, что такое. Лихора. То есть лихора это как будто. Как будто. Ах, б пасук зе. Как будто в этом пасуке тамим. В перушо шалем. Комментарий, да. Вот этот вот комментарий его, объяснение его шалем цельный. Да. И так, ахен, и также мы торгуем онкелус. Да. Нейман,
Дарко, да. Верно своему, как бы, ну, пути комментирования. Верен своему комментирую. Ну, хорошо, ладно, пускай. Да, вот прочитай здесь, оставь арамит и прочитай это, потому что сколько написано перевод на иврит, что арамит нам уже как бы это уже смешно. Шалем тевье. Шалем тевье. Бейрот. Бейрат. Бейрат, слиха. Бейрат, ашем лукаха. Правильно. Будь, ну, цельным будь в страхе, да. В страхе Всевышнего перед Всевышним. Ну да, ну вот буквально. Смотри, вот эти вот слова, вот это вот лихора, правильно? А вот следующее за ним эла. Это как бы, это связки между предложениями, и они помогают нам принять. Помогать лихора, да. Это как будто. А эла, помнишь, я говорил, да? Эла да. Отрицает все, что было до этого. То есть он говорит, да. Как будто так, а вот на самом деле получается, что это не так. Эла. Эла мин господи, понадобится арауи. Мин арауи. Не, подожди, вот это, по-моему, сейчас здесь. Эла шекен. Эла шекан слегка. Эла шекан. Мин арауи. Да. Левхон. Левхон мила. Зу. Беа. Бекшер. 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 Апараша. Кола. Замечательно. Эла. Эла шекан. Кажется, что так. Мин, хотя, ну вот словом говоря, хотя, то есть хотя отрицает, ну, хотя. Да? Хотя здесь, кан это здесь. Хотя здесь, ну, хорошо, я знаю, что здесь, это я знаю. Хотя да. Здесь из мира рау, из явного... Мина рау, это оно, ну, как бы правильно предполагается или положено, ну вот как вот, да, следует. Левхон, левхон, понимаете? Левхон, левхон это проверить. Проверить. Левхон мила, проверочное. Проверить это слово, в смысле там-тамим, правильно? Проверочное слово. Да. В связи его. В связи. Да, экшер, да, экшер это контекст. Это 100% в современном иврите, когда человек, да, когда у человека вырывают слова из контекста и представляют. Со всей главой. Да, в контексте всей нашей главы, правильно, замечательно. Читай дальше. Так, парашатейну. Осекет, бетуавот. Молодец. Амей, это смехут. Амей, сейчас, подожди, собрали. А, Кнаан, вот. Правильно. Занимается туавот мерзостями. Да. Углубляется в мерзости народов Кнаан. Ну, Осекет, это правильно, занимается. Эсек, это как бы бизнес, правильно? То есть, ну, она занимается, да, предметом, да, рассмотрения является мерзости. Конечно. А вот это очень плохое слово. Туева, это... И в современном... Ну, это гадость, 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 ладно. Да, окей. Вы митмакедет, получается. Митмакедет, правильно. Микут это фокус, то есть сфокусируется. А, вот так, митмакедет. Б маасей кшафим, кшафим. Кшафим это ведьмы всякие. Кишки, это колдовства. Колдуны, вот так вот. Да. И сосредоточено на маасей кшафим, на делах колдовских. Ну да. Ше афину. Эфьену. Эфьену это тоже хорошее слово. Ифьюн это характеристика. На афьену это которые характеризовали, то есть которые были главной чертой их поведения. Ну, там, хорошо. Которым присущи, хорошо. Да, правильно, так тоже. Как на Марбу, и так сказано в ней. Да, в ней. Давай, замечательно. В главе. Ло имце, бх, бэвир, мэвир, ба, а, вот так вот. Ло имце, бах, мэвир, бану, бано, вэбану, бээш. Не найдется, пускай не находится у вас. Ну, не найдется у тебя, чтобы не было у тебя. Не было у тебя, проводящего сына своего или дочь свою. Ну да, это жизнь. Имеется в виду про долпактыки обычные. Да, ну, кисем, кисем, ксамим, ксамим, меонен, в менахеш, в мехашев. Это все, это все прилагательное. Да, 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 это все прилагательное этих самых действий этой магии. Вот эти вот ксамим, ксамим, ну как бы фокус. Косем в современном иврите это физионический фокус. Ну это да, это колдующее колдовство, меонен, вот эти всякие, я уж не помню, чем они занимались. Меонен это те, которые вызывали... Вызывающие духов и что-то там выпрашивающие. Да, 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 совершенно правильно. Да. И сына мертвеца. Хавер, хавер, хавар, вэша аль оф, вэ... Яд, ядони,
Да. Ведериш аль дараш аль аламитим. Да, это чисто Вот этот отсканированный хавар, был это на тоже хавар, хавар, что-то они там еще делали. Ну да, в общем, это все перечисление всех этих. Вопрошающие духов и что-то там, и Да, вызывающие да, 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 покойников, да, и да. вызывающие, спрашивающие Да. покойников. Китава Ашем колесе эле, ибо Да. мерзнет Господу все, всякие делающие так. Все делающие это, совершенно правильно, 100%. Выбеглаль от вот Аэля, Ашема Лукеха, Мориш от там, Мипанеха. И из-за этих мерзостей подобных Господь Да. Бог твой изгоняет их от лица твоего. Да. И вот это вот окончание, собственно, вот эта Да, фраза. и что это припечатывает? То есть вот все, что было до этого, это должно быть сейчас... А вы будьте вот такими А вот вы будете простыми. томим. То есть понятно, Томим. что вот томим идет в оппозицию ко всему, что было сказано здесь. И это совсем другой смысл. Это не наивный человек. А человек, который по-простому не занимается всем этим. То есть у него другая идеология. Он всем этим не занимается. И тут как бы Ханан Парад, он хочет провести как бы идею, ну вот Раши, за ним он и так дальше, что томим это совсем не наивняк. А здесь он показывает, что это контекст такой, который не занимается всем перечисленным. Окей, хорошо. Яш, мы идем к тебе. И ныне. Да. Ацивуй тамим ие. Да. Хаба аль река. Маасей. Маасей, да. Маасей кшафим. Замечательно. Можно это перевести, кшафим. Чтобы мы не запутались? Что такое цивуй? На указание. Ну да, даже сильнее, приказание. Указание – это ура, а циву – это приказание, а цап – это приказ. Быть проще. Ну, быть цельным, быть бесхитростным, не лукавить, как угодно сказать, но да. Быть самим, да? Да. Аба аль-река. Да. Маасей. Шафим. Вот это вот указание «быть тамим», оно происходит на фоне, рек – это бэкграунд, правильно? На фоне чего? На фоне масек шафим, на фоне вот этого всего колдовства. Ну, то есть мы видели здесь, что вот эта вот фраза, она вся идет после описания фона. А вот это вот все было описанием фона. Это то, что нам сейчас было сказано. Окей? Нитан. Нитанам нам. Леваро. Леваэр, леваэр. Это от слова биур. Биур – это разъяснение понимания. Ва в конце – это его. Нитан амнам, однако, да, нитан, возможно. Кедриша. Да. Льет шалем. Бирот. Бират. Бират Адунай. Ашем, да, было. Ашем. Лело. Ле. Игарер. Отлично. Ахарей. Туавот. А крохот. Замечательно. Ба авода зара. Потрясающе. Ну хорошо, давай вместе переведем, хорошо? Ага. Итак, значит, тут такая идея, смотрите. Ацивуй тамим тие, абаль река масэк шафим. Это приказание, будь тамим. Я пока что не буду переводить, а будь тамим. Потому что вы уже, ну, все время это слово говорит, это приказание, будь тамим. Оно происходит на фоне вот этих масэк шафим. Вот этого всего этого колдовства. Дальше. Нита нам нам лев аро. Да? И было бы возможно, амнам это действительно, лев аро, да? Это его пояснить. Кедриша льет шалем. Что такое дриша льет шалем? Требование. Требование быть шалем. Требование быть цельным. Да? В чем? Бейраташем. В богобоязни. Дальше. Обладатели машины. Что такое слово лыгаре? Что такое гра? Тащите на буксире кого-то. Правильно, да. Было лыгаре, то есть и не следовать за, но вот это вот, хотя это слово более грубое, в смысле, действительно, это не тащиться. Но, в принципе, это не следовать. Грар, грар, это тот, есть грар и не грар. Грар, который тащит, а не грар, которого тащу. Правильно? Так вот, здесь лыгаре, это пассивное. То есть здесь не тащиться, да? Для горя должно быть обязательно после этого слова ахарей, то есть тащиться зачем-то. Да, зачем? Ахарей то а вот. Да, вот это зара. Да, не тащиться вот за этими гадостями, да? А дальше написано слово крухот. Что такое крухот? Связано, перекручено. Да. Что такое вот, если кто-то занимается с детьми, внуками и так дальше, он прекрасно знает это слово. Что такое слово карих?
Корих это печенье. Корих это бисквит. В нем, видимо, как-то сделано так. Или плетенка, они переплетены. Так вот, здесь крухот, да, крухот. Это которые переплетены или связаны, замешаны, как угодно, подберите русское слово. Они с чем? Связаны с идолопоклонством. То есть это вот кишуфим, они крухот, бавуда зара, да? Но да. Дальше читаешь, Ахли, да? Ахлифи, сабар. Ах, лифи, эсберзе. А, эсберзе. Да. Но. Дай. Что такое? Нет, давай по кусочкам, я думаю, так будет проще. Что такое эсбер? Эсбер, объяснение. Да, но по этому объяснению. По какому объяснению? Очень простому. То есть он сейчас, у нас появилась очень простая схема. Что слово тамим, да, оно отрицает колдовство. Все. Будь тамим, это означает не занимайся колдовством. Но сейчас будет Ханапарад объяснять, что это не так просто. И как он это объясняет? Так он объясняет, что по этому объяснению Ахлыфи из Берзе, дальше. Дай, а я. Дай, а я. Лихтов. Да, был... что такое дай, а я лихтов? Кто знает? Достаточно будет написать. Правильно, достаточно было бы написать. Не надо было употреблять слово тамим. А что надо было написать? По-простому, что надо, как надо было бы написать? Вот это вот. Да, выярет и меловеха. Просто и будь богобоязненным. Все, не надо было употреблять такое сложное слово тамим. И это нам говорит о том, что, по-видимому, здесь смысл более глубокий, который нам предстоит сейчас понять. Потому что иначе это все можно было бы не занимание, не занимательство этими кишуфим и колдовством, это все можно было бы выразить в одной простой фразе. Перечислить, ну, как бы длинное, перечислить все это колдовство, а потом сказать, а ты бойся Бога, и все. А при чем тут слово тамим? Дальше. Адырых. Да. Шеумар. Шенеймар. Неймар, амим, работ, бе, тура. Отлично, замечательно. Но это просто как здесь перевести? Как сказано. Да, как кедерах, как это говорится, скажем так, да? Да. Помимо работ. Много раз. Да, как это много раз говорится? В Торе. В Торе. Замечательно. И вы, заканчивай. Вело. А я цорых. Да. Ле никут. Линкот. Линкот это сейчас, да. Линкот. Сейчас объясним. Это хорошее слово. Белашон ко. Да. Неохедет. Замечательно. Тамим. Тамим тию, да? Было, а я цорах линкот бы белашон ко миюхедет тамим тию. Было, а я цорах. Что такое было, а я цорах? И не было смысла. И не было необходимости, правильно? И дальше. Линкод, вы знаете, что это за слово, правильно? Линкод – это употреблять. В современном иврите линкод цаадим. Это… меры. Да, правильно, вот принять меры. Именно так. Накитат цаадим – это принятие меры. Например, кто-то сделал а для того, чтобы он не делал больше этого, значит, мечтара, полиция его арестовала, та ся посадила или что-то. В общем, линкод цаадим – это принять какие-то меры. Так вот, а не было необходимости, вот, линкод в данном случае, ну, как-то, видимо, использовать, да, белашон коми юхедет. Что такое белашон коми юхедет? Ну, специальные… Да, использовать такое специальное выражение, тмимим кие. Да, вот это то, что мы говорили, окей? Сейчас… Да. Хорошо. Саш, ты можешь читать? Мы тебя слышим. Ты можешь нам что-то сказать? Нира. Да. Нире. Я думаю, что это Нире. Нире. Эйфо. Эйфо это тоже такое слово, ну, восклицание. Нире эйфо. Но кажется, как будто, да. Шега тфия. Да. Тием тфия. Тамим тие. Это у нас все время повторяется, да. Навия. Нет, Новат. Новат. Хахова. Легитрахек. Замечательно. Миурам. Гауфель. Замечательно. Мишхафим. Махшафим. Вебалей. Гауэф. Оф. Ну, Оф это там специально такое вызывали этих самых духов. Окей? Давай переведемся до этого места. Нира Эфо и представляется, да? Что такое слово твия?
Но требования. Правильно, требования. Где так мне сказано, быть тамим, простым. Ну да, быть вот таким вот, тамим, вот, скажем, пока что, да. Нуват. Нуват. Проистекает. Проистекает из обязанности. Да. Удалиться. Отделиться от... Удалиться. Даже Мирам. Да. Афель это... Что такое афила? Афила это темный. Это в смысле... Мы урпали. Это туманный, темный. Ну, темный. Лучше, наверное, чем мрачный, темный, как угодно, да? Мига... Махшифим Балеос, вот этих колдунов и вызывающих вызывающих духов. То есть я думаю, что вот здесь для нас центральное слово в понимании – это лейтрахет. Речь идет не просто о том, чтобы быть богобоязнен, а идет о том, что надо, ты должен от них отделиться, должен уйти от них, должен не заниматься этим. Видимо, слово лейтрахет, вот какой-то смысл, что ты должен вообще не входить в этот мир. Лорак бешель, да. Вот дальше дальнейшее объяснение. Ло. Ло рак шель. Га, бешель. Ло рак бешель. Бешель га сдадим. А формалим. Замечательно. Шелей исур авада зара. О, вот это да. Вот сейчас начинается мафтэ. Да? Ло рак бешель сдадим. А формалим шель исур авада зара. Ло рак. Да? Не только по требованию формальным требованию. Не только из-за формальной стороны как бы дела. Какого дела? Вот запрещение вот этого... Ну, запрет идолопоклонства. Не надо вот ничего объяснять. Да. Если все было так просто, не надо было ничего объяснять. Почему? Есть Исура Абудазара. Это один из трех запретов, про которые сказано Ярек Вебальябо. Будет убит и не приступит, да? Не надо было бы никакого тамима, такого сложного, непонятного слова, если речь идет о том, чтобы не заниматься водой зарой. Но, видимо, это не так. Эла, опять Эла. Эла отрицает предыдущее. Эла. Бегляли же Эцем, Эцем Шлира, Шема Магия Шхура, черная магия, как всегда. Ну да. Вайгит Моэрет... Амит Ямэрет. Ит Моэрет ли Панах... Уханех. Уханех от Цфунат... Цфунат Атит. Очень красивая фраза, давайте постараемся ее понять. Эла, значит, речь... Не только потому, что в общем... Мы как бы отделяемся от магии. Эла беглаль эцема шлила. Не только по простому цивую приказанию не заниматься водой зарой. Эла беглаль эцема шлила. А только из самого значения как бы смысла эцема существа, да, отрицательного, которое находится в магии, вот этой черной магии. Ну, он так перевести черной магии, да? А вот дальше очень хорошее. Вот давайте постарайтесь мне перевести вот это вот слово. Амитьямерет лефанех эт сфунота атин. Очень красиво. На расшифровку скрытого в будущем. Правильно, 100%. Литьямер, да, Ань, ты с нами? Да. Да, митьямер, литьямер, это действительно выдавать себя за кого-то или как ты сказала, митьямер, который претендует, да, претендует, правильно, претендует лефанех, да, лефанех, так звали вот эту самую жену Потифара, цфонот, цфонот, тоже очень интересное слово, с одной стороны, цафон, это кто? Север. Правильно, а с другой стороны, что такое мацпун? Совесть. Как это, да. А что такое мацпен? Компас. Компас. Вот это как-то все вместе связано. Не как связано с севером, но во всяком случае это спрятанное. Совесть у человека спрятанная. Поэтому цфунот, это вот ну, такое высокое слово, да, которые скрыты, скажем, скрыты в будущем. Это магия шхура, она митьямера претендует на то, чтобы лефанех, чтобы открыть, да, или предугадать цфунота беати, да, то, что спрятано, скрыто в будущем, да, и вот от этого надо отдалиться, потому что это даже больше, чем авода зара, в этом есть какой-то большой концептуальный смысл, да, окей, ну хорошо, прочитай еще эту фразу, аль река.
Алека дваримаэле в Евен Пируш. Юван. Юван Пируш Раши Лебетуязе. Да, переведи. Не только аль словах. Не-не, подожди, ну не придумывай. Ну подожди, зачем? Альрека дворим эли. По-простому, просто. Можно просто перевести практически дословно. Альрека дворим эли. Ну, река это фон. Ну правильно, на фоне этого, на фоне этих слов или этих положений, как угодно. Дальше. Юван. И принесен, наверное. Не-не-не, подожди. Юван слово лавин. Но только он это понятен. Это понятен форма будущего времени. Да, станет понятным. Станет понятен. Рашим, да, Раши об этом определении. Лебедуйзе этому выражению. Так вот, да. А он говорит, вот теперь мы лучше поймем, что хотел сказать Раши в своем комментарии к Тамим Тие. Да, можешь прочитать вот этот комментарий Раши? Тамим Тие. Тамим Тие в Гитхилах. Идалех. Идалех Амо. Имо. С ним это с Богом, в смысле? Имо б тмиму. Вот как. Ходи с ним в тмимуте. А что это означает? В это цапело. Тицапело. В лё тихо. Нет, что такое тицапело? Смотрите, вот эти вот два, посмотрите, вот эти два глагола, они один противоречит другому, то есть они как бы антонимы. Есть ТЦП, это лыцапор, правильно? И есть лахкор. Что такое лыцапор? Да? У нас тут есть арацуфим. Да, что такое арацуфим? Наблюдение. Наблюдение. То есть, сейчас, да, живи как своей... бы видя его. Да, ну, даже предвидев, то, мне кажется, что это как бы живи своей жизнью и наблюдай, как бы, ну, в смысле пассивно наблюдай, что приходит на тебя, то есть что с тобой происходит, а не пытайся понять этого. Да, лахкора харайтидот, а не... Что, не что? Пытайся понять будущее. Ну, даже не понять, в смысле расследовать, то есть как бы, ну, проникнуть туда, вот заниматься хакером. Хакера – это расследование, следствие, да? Да, что ты хотел сказать, Ир? Я хотела спросить. И, на мой взгляд, ТЦП – это пель. А ТПЕ – это даже дай. Вы ТЦП – ло, да. Но ло, я думаю, что ло, ну, да, ты права. Ло имеется, опять же, ло, поскольку здесь имо – это он, это Всевышний, то ло – то здесь тоже и ТЦП – ло. В смысле, что, как бы, ну... Доверяй Всевышнему, наверное. Даже наблюдай, понимаешь, вот мицпе – это смотровая площадка. Смотровая площадка называется мицпе. Вот у нас в Малой Адамин куча этих мицпе, правильно? Окей? И дальше. Вело тахкор ахрэти дот. Они расследуют, то есть пытаются как бы проникнуть в вот эти в будущее, да? Дальше. Эла. Эле коль маше его элеха. Да. Как это перевели? То, что... которое придет к тебе. Да. Все, что эла, то есть вот Эла, вот это вот Эла относится, по-видимому, это отрицает вот это лахкор. То есть не надо заниматься хакерой, а Эла, она Я бы, наверное, перевел, что это полагайся на все, что придет тебе. Правильно, 100%, да. Дословно, коль маши я воил это, все, что придет на тебя. Вот это дословный перевод, но по-русски это звучит не очень благозвучно, но это совершенно так правильно. И дальше он объясняет, что это такое. Кабель бы ему. Принять. Ну, опять вот это слово тмимут. Вот прими с тмимутом, да? Прими, в общем-то. Бесхитростно, немудрость, все, вот это все. Что ж ты им Адунай Рогаих, с Господом Богом? Имо Белехелко. Вот посмотрите, здесь он сейчас это будет подчеркивать, да? Здесь совершенно другой смысл получается. Получается, что вот Тие Тамим – это условие для того, чтобы Имашем Элокеха. То есть если ты будешь Тамим,
то тогда это условие для того, что ты будешь им Ашем Элокейха. Это очень интересно, он сейчас будет про это говорить. Имо улыхалко, это означает, ну, с ним его надели. То есть, как бы с ним, да? Окей? Хорошо? Ира, ты можешь... Мы сейчас кто? Я что-то да, подсказал. Друзья, да. Да, давай, окей. Бештейнер не кудут, не вдали перуши раши метаргум анкелус. Анкелус, да. Есть две точки, которые отличаются, отделяют пируш комментарий да, Раши. Два момента, да, два момента, которые отделяют пируш Раши не, от Тергума. Только не торопитесь, только так помедленнее. Не-не-не, мы тихо, да-да-да-да-да-да, мы тихо, это самое. Бештейн и Кудот, правильно? Сейчас, секундочку, Бештейн и Кудот, это... На куда это поинт, в смысле, двумя нет, моментами, можно сказать. Мы поняли. Да. Не вдаль, это авдала. Это, в смысле, отличается, ну, да? Это типичный нефаль. Вот отличается пируш Раши от тергума онкелос. Окей? Теперь два момента. Какой первый? Гамила тамим в деври Раши. Икар Индиана. Да. Паштут в и гид хахмут. Да, ну переведи, если можно, чтобы амилим... Амим в понимании Раши. Правильно. Это главное... Икар и няна, ее главный смысл в чем? Упрощение. Не-не, паштут, в простоте. Паштут, просто в простоте. В простоте и... Ну, мудрствование, правильно? Мудрствование. Хохмадар и Идхахмуд – это мудрствование. То есть это тоже не мудрствование лукавия. Это вот 100% по-русски это взято отсюда. Амаскира. Амаскира тум. Тум в Ялдуд. Который знаком нам как... Нет, как, ну да, можно как напоминающий, который знаком, да. Такая детская наивность. Наивность, да, но детской наивности. Да, хорошо. А что? Правильно? Ну, когда шинит... Нет, да, правильно, шинит. Рашифа... Нет, а сейфа, это всегда это такое мишнаистское выражение. Есть начало, есть конец фразы. Если фразу можно разбить на начало и на конец, да, то у нее есть начало, там тхила, предположим, да. А сейф это всегда в конец. И вот он не сравнивает, правильно? Да, сов конец. Да, 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 да. Но это типа арамит, наверное, я как-то небольшой специалист. Но это оттуда, да? Так какой там сов? Има Раша Малакеха. Раша Перуш Раша. Да. Эйна гамшех яшир ле тамим тирье. Да, вот сейчас кусочек, тут важно не пропустить. Так вот это вот сейфа, правильно, конец. И машемелу кейха. Там конец какой? Начало было какого? Тамим тие, да, а дальше кончается, а дальше и машемелу кейха. А вот Раши, он как бы раскрывает эту фразу, он говорит, им тамим тие, если ты будешь тамим, тогда ты будешь им Ашем Элокейха. Вот Лефи Пируш Раши, дальше вот слово Эйна. Эйна – это отрицание. Это правильно? Не продолжение. Правильно, это не прямое продолжение. Это не прямое продолжение, Тамим да. Тирье. А результат – гмуль. И гмуль. Гмуль – это, смотрите, как это по-русски правильно? Неконечный результат. Нет, гмуль – это вознаграждение. Лигмоль – гмила. Ну, знаете, да, правильно. И также пенсия называется. Тагмулим – это человек, когда человеку выплачивают пенсионное отчисление, да, гмуль. И когда человек делает какую-то работу, он может спросить, бема гмуль, или как бы, а что я за это получу? То есть вот если он будет тамим, то в качестве результата и вот этого гмуля, он, да? Он будет вместе, он будет приближен к Всевышнему. Еще раз. Он будет приближен к Всевышнему. Да, он и будет, да, да, да. Поэтому, да, да, да. Вот читай вот это вот конец. Оастиске легьет им Ашем Элокейха. Да, и вот это вот, да, это результат. Им тие тамим, если будешь тамим, тогда, быть им Ашем Элокейха. Да, тиске это понятно, это удостоишься. Удостоишься. Правильно, да, все, всем все понятно? Окей? Хорошо, мы сейчас, да, мы сейчас переходим, ну, у нас еще есть полчаса, замечательно. Здесь сейчас потрясающая история будет,
Вот, я буду помогать, потому что тут сейчас начинаются цитаты из Талмуда, но она потрясающе интересная. Да? Окей. Вот то, что здесь написано «заглавие», «заглавие», оно, скажем, как это по-русски, «непереводимая игра слов». Перевести это невозможно, только догадаться. Да, «кегат кавши драхмана лама летха». Но это все на арамите, поэтому я очень приблизительно прочитал. Общий смысл, чтобы просто мы понимали, о чем идет речь. И речь такая. Залезать или открывать, или проникнуть в скрытое у Бога зачем тебе? Да, это вот такое выражение. Вот это вот кавши, это я думаю на слово кавуш. Квашная капуста называется круг кавуш. То есть кавуш, то есть самый захваченный, это что-то, находящееся под чем-то. То есть это скрытое. Рахмана – это одно из описаний, то есть милосердный. Милосердный – это и Бог. Лама литха – это лама лыха. Окей? Теперь давайте, ну хорошо, ее прочитаю еще чуть-чуть, да, потом… По кусочкам, переводи по кусочкам, пожалуйста. Мина Рау это следует, правильно? Следует подчеркнуть. Где правильно. Это, на чем? Пируш и худи зе, этот единственный пируш, выделяющий. Ну, в смысле уникальный или интересный. На голем кольках это Радмуто Тама, Тамэр. Тамэ, я думаю. Радмуто, Тама, да. Подходящее. Не, подожди, где подходящее? Еще отсюда мы сказали. Голем кольках. Ну да, но мина рауй ладгиш. И следует подчеркнуть, пируш ехудизе, как ты правильно сказала, вот это как бы уникальное объяснение, которое дает нам Раши. Дальше, слово голем. Голем подходит. Правильно. Соответствует. Так хорошо правильно. Соответствует образу. Странному образу. Не странному. Вот именно такому же. Мы сейчас говорили там и там им. Вот он говорит, что сам Раши. Вот он как раз такой там и там им. Да. Тама гатмима ши Раши. Да. Луба легуриде это гадам мегамаамин ле мадригат. Мимадригат. Хахам. Для Мадрегат там. Да, конечно, Раши сам, сейчас, секундочку, Раши сам, как пишет Ханан Парад, он сам был вот именно таким образом, наверное, это известно из истории, не знаю, биографии Раши, что он был вот сам как раз именно такой там, Бетамин. И поэтому он как бы не зря, не просто так вот это сказал. Но тем не менее он говорит, что вы не подумайте, более что мы знаем, что Раши, это был супермудрец, правильно? А не какой-нибудь, ну, я говорю, просто наивняк. Да, поэтому оно объясняет, что, несмотря на то, что Раши, который написал вот такой комментарий, который очень ложится на его собственную как бы характеристику личности, но вы при этом не думаете, вот что не думаете, ло балеори. У них не хочет спустить человека. Это лоба, это не для того, чтобы, но лоба в смысле не пришло для того, чтобы. Не собирается со ступеньки хахам на ступеньку. Да, этот комментарий, он не для того, чтобы человека как бы опустить его с точки зрения интеллектуальных способностей. Ло балеорит тадам, амамин, не пришло, чтобы опустить или понизить, я бы сказал так, статус верующего человека со статуса хахама, мудреца, на статус такого наивника. Это же не означает, что он при этом как бы сам не мудрый интеллектуальный человек, да, а который, как вот этот вот там, который в Агаде, вообще не может вопросы даже задать нормально. Правильно? Мне ведь по-другому. Вот этого слова адараба. Адараба. Да, адараба это сильно. Эла мы говорили. Это отвечает предыдущее. А адараба это наоборот. Наоборот. Адараба. Перуш зе кове. Этот комментарий устанавливает. Правильно. Ватамим амити. Да. Эйно закук лехох лехколь га хохмот в нистарот в хокарот это гатида, атидот. Да, да, переведи. Атамим амити, то есть вот настоящий такой праведный, непорочный, цельный человек. Да. Коректамим.
он не нуждается. Правильно, но за кухней не нуждается. В знании сокрытия. Вот всей этой черной магии, хотя он называет это хохма, вот этой вот скрытой мудрости, да? Будущего. Да, который исследует будущее. Мипней. Мипней ше бешвело эцем карват. Кирват. Кирват. Кирват элаким. Литов. О, очень интересно. А не потому, что он такой дурачок и не может как эти вот заниматься черной магией. А по-видимому, вполне что... может. А почему? Потому что бипнеши бишпило. Эцем очень важное слово, да? Эцем, это с одной стороны кость, а с другой стороны это по существу. Бипнеши бишпило эцем кирва. Потому что для него сама по себе близость к Богу Литу, как сказано в Тейлим, Кирват Элоким Литов, да, близость к Всевышнему, это для меня настоящее добро. Дидвакут Башем. Дикут и прилепленность. Дикут Башем Ильбарах. И прилепленность. Да, и прилепленность к Всевышнему благословен будет. Сехро. И Коль Схаро. Хоро. Это вся его плата. То есть это все, что он хочет. Это вся его плата. Окей? Хорошо. Прочитаешь еще одну фразу, и мы перейдем к Ане. Бейкво. Пируша Раши. Продолжение Пируша Раши. Да. Моне Раби Маше Макуцей. Микоц. Ну, Микоц, по-видимому. Микоц. Бе Сифро Самак. Ну, это Самак в скобах. Сефер Мицва Катар. Это дреша, тамим тирье, кэхад ме тарьяга митцвот. Вэгу ме ваэра, в смысле ме ваэрота, и он ее объясняет. Вэра, вэзо, галашу. Да, давай это переведем. Бэйкот, пируш, раши. Продолжение пируш, раши. Да. Назначает. Ну, причисляет, назначает. Да. Раби Маше из Коца. Да. В своей книжке. Сефер Мицвот Катар. Небольшая книга заповедей. Да. Он причисляет вот это требование, да? Требование. Тамим Тирье. Да. Как одну из 613 заповедей. То есть это включает это 613 заповедей. Просто. Это не какая-то абстрактная вещь. Это одна из заповедей. И он объясняет следующими словами. Да. Зо галашу. Да. Легьот тамим перушо шело ишаэле б... А, вот это потрясающее слово. Я подожду секунду. Да, я подожду секунду, пока вы его не скажете. Это слово, оно вам очень известно на русском языке. Что это такое? Аня? Ну, прочитайте просто по буквам, и вас... Колдуни. Да, колдуны, колдаи. Из русского колдуны. Ну, человек где-то... Это Трав, он жил где-то в России, правильно? А еще кто-то... А, да, знаете, не столько даже... Это не столько колдуны, хотя это приблизко к этому. Коляды. Есть же такое, правильно? Коляды. Вот эти вот коляды это и есть. Колдаим. Колдаим это который колядами занимается. Ну вот здесь Ханан Парат объясняет так Хузим бе Кохавим. Хузим бе Кохавим. Астрологи, да. Ну вот, наверное, я не знаю, коляды это. Я не специалист, но, по-видимому, коляды это за ней. Хузим это градусы колдунов. Что? Градусы звезд, Ахузим. Нет, где ты видишь Ахузим? Подожди секунду. А нет, Хузим. Глядеть, наблюдать. Да. Хозе очень важное слово. Хозе очень классное, важное слово. Так, как называется Эрцель у нас в сионистской доктрине? Он называется Хозе Амдина. То есть Хозе – это человек, который предвидец. То есть они предвидят Кукохавим. Это не смотреть, а это предвидеть. Да? Современное слово, а слово хозе какое? А? Что такое махазе? Что такое махазе? Махазе спектакль, постановка. Махазе спектакль, постановка, пожалуйста. Окей?
Но хозе – это очень важное слово. Хозе – это человек, который… Кто назывался в сионистской доктрине? Кто кто-то не расслышал? Эрцель. Эрцель считается, да. Хозе Амдина. Знаменитая фотография, когда он на Базельском конгрессе стоит, опирающийся на аккорд. Вот это называется хозе Амдина. То есть он зрит будущее создание еврейского государства. А эти вот Леабдель Калядим, они, значит, по этим самым кохабим. Окей? Дальше. Леяда. Леяда Атидот. Да. Для знания будущего. Ну да, для того, чтобы как бы рассчитать, познать будущее. Элла Йомар. То есть, опять, вот это все этим не занимайся. Да? Элла Йомар. Да. Ма ше ирце габоре Ирье. Ну да, такое, да. И наоборот скажет, все, что захочет создатель, сбудется. Пусть будет, да. Все, что захочет творец, пусть будет. Дальше, вот он интересно, а дальше, почему он сейчас привел этот Ханан Парад? Сейчас у нас начнется интереснейшая история из Талмуда, да? Кеда Амрина бе Масехет Брахот, да? Как сказано в Масехет Брахот. Как сказано в Масехет Брахот? Вот это вот название, просто я сейчас прочитаю еще раз, Беады Кавши, ну, скорее всего, что я читаю неправильно, Беады Кавши, Окивши, Кавши, я думаю, Дерахмана, Лама Леха. Как сказано в трактате Брахот, да, скрытая Рахмана, скрытая милосердие, скрытая Богом, зачем тебе, да? Окей, хорошо, переходим к Ане, Ань, да, вот это отсюда, Бетуйзе. Да, Бетуйзе. Бахады, Кавуши, Брахман. Это сейчас будет повторяться. Я понимаю, что это вот выражение. Да, выражение. Это выражение, вот это вот Бахады. Да. Скрытые Богом, зачем тебе? Да. Меир, Беор. Икрот. Икрот, отлично, да. Икрот, это Перушато, Шираши. Так, да, вот впереди. Вот это вот выражение, да, вот это вот выражение, которое мы говорили, так, скрытое у Бога, хорошо. Зачем тебе? Зачем тебе? Вот это Меир Беор, я что-то забываю, что это такое. Меир Беор и Корот. Ну, это так немножко высоко сказано, да, освещает драгоценным светом. Освещает драгоценным светом, да, ну и там красиво поясняет, можно сказать, да. Освещает светом и Корот, светом драгоценным. Это вот это самый комментарий Раши. Раши, да. Вэгдэй вот эти все вавы, это третье лицо, правильно? Я поняла, да. И где лавину? Легавино. Лавино, аль? Бурио. Ну вот лавино, а бурио. Чтобы объяснить для... Понять, для того, чтобы понять его до конца. Бурио, слово, я думаю, слово берур, то есть понять его полностью, окончательно, или лучше понять, что нам следует сделать. Алейну? Алейну лейтбонен. Правильно. На нас и для нас лейтбонен смотреть. Алейну это всегда нам следует, да? Нам следует. Да, нам следует, ну, как бы, смотреться или понять. Правильно, отлично. Понять бемаком. Бемаком боу муфи. Что такое бемаком муфи? Место его муфи. Я не помню, что такое муфи. Какой у меня замечательный человек. Вы его видите? Ой, какой сладенький, хорошенький. Да. Носитель иврита. Ну хорошо. Ален лейтбонен бемаком боу муфи. Нам следует смотреться, то есть в смысле понять, да? Бемаком боу муфи. Это просто, да? В месте, в котором... Заброшку. Он появляется. Он, в смысле, это выражение. Оно появляется. А, место появляется выражение. А где оно появляется? В Масехет Брахот. Ну, называет. Десятая страница. Надо подсказывать никому. А в Талмуде, вы знаете, есть страница, ну, как в каждой. Лист там. Да, это, такой, поэтому это А. Вот теперь начинается потрясающий рассказ. Агемара Шам. Дана. Б. А. Архава. Замечательно. Так, Шам, там, Дана Архава, Архава, это что-то широкое. Агемара там рассматривает, да, в смысле слова Дин, то есть рассуждает. Рассуждает. Архава это пространно, правильно. Бедеврей Исаия по-русски, да, Бедеврей Исаия, Пророк Исаия, да, все понял.
рассуждает о словах пророка Ишаягу. Аба аль... Эль-Хискияу, Ишаяу. Все. Анют, он плачет. Ишаяу, Ишаяу пришел к Хискияу. У них потрясающий разговор. И пришел к царю Хискияу, царю иудейскому. Мавасер ло... Мавасер Басура Каша. Да. И сказал ему, значит... Ну, смотри, Мавасер даже, просто ты правильно сказал, можно так перевести. Возвести. Да, но это весть, это просто весть. Да. Сура — это весть. Я знаю, я не буду говорить, откуда я это... Да-да-да, правильно, правильно. Вот, ему сообщил ему тяжелую ему весть. Весть, да, что он ему сказал, сказал важную вещь. Коамар Ашем, так говорит Ашем, Всевышний. Цав ле... Витеха, Витеха. Дафлы Витеха. Для дома твоего. Повеление для дома твоего, правильно. Да, приказано на дом твой. Ребят, только давайте не дам друг другу, не надо подсказывать. Не, да, ну у нас активное такое, да. Окей, все, да. Мы же не мешали никому. Не-не-не-не, все. Кимета та велотихе, ибо умрешь ты, и тебя не будет. И да, и не будешь жить, да, и не будешь жить. Будешь жить, а, ну да, правильно. Да, он ему сказал такую страшную вещь. Он ему сказал. Он все иметь, детей не хотел иметь, поэтому ему сказал, что, в общем, плохо тебе будет. Альках Мусифа. Да. Агмара, и поэтому Мусифа, забушка Мусифа. Альках, в смысле... Дополняет, может быть, ну, да. Дополняет, как Юсеф. Дополняет. Дополняет Гмара. Дусех, диалог. А, до всех. Всех это беседа. До всех это диалог. Беседу Итрахаш. Итрахаш, которая произошла. Итрахаш, что это произошла? Произошла к Вихоль, как будто. К Вихоль Бейнегим, на их глазах. Нет, между ними. Между ними. Между ними, господи. Идея какая? Есть фраза из пророка Ишаяу. Вот это. Ко амарашем, савлавитыха, ки метата, вылотихе. Да? Больше там как бы на эту тему не написано. А Гемара, она как бы конструирует некоторый диалог или беседу, которая как будто, кивияхоль это как будто, правильно? Вот это вот. Которая как будто имела между ними место. А вот дальше начинается, я надеюсь, что мы успеем это прочитать, потрясающий диалог между ними. Итак, какой? Амар лохиски ягу лыша ягу. Альма коль зот. И сказал это хиски ягу иша ягу. И почему же альма, ну, а что? За не, что ну как это? Бы за что это? Он просто говорит, альма коль зот. За что? Что он сказал, все? За что? Амарло. Мешум шело осекет. Не-не-не, сейчас я... Мешум шело асакта. Асакта. И мешум по причине, что нет... Не, не занимался. Ты не занимался. Не занимался. Ну, я понимаю. Подожди. Подожди. Да. Равия не занимался, да. плодением. Ну, деторождением, то есть детей не заводил, грубо говоря. Не занимался деторождением. Не плодился, не размножался, короче. Да. Ладно. Шело нишат. Шелонасета. А, шелонасета Ишай. Нет, не женился ты, не взял. Да, потому что ты не женился на женщине. Не да? женился ты. Так, Амарло Мишум. Амарло Ишая. Ну, подождите. Не-не, ну просто ты не-не-не, вот это вот, да, ну хорошо. Где? Почему? Амарло. Все правильно, я дальше продолжаю. Да-да. Амарло, мишум, шараити. Не, ну ты пропускаешь это слово только слегка, вот это Ишая, кто кому говорит. Амарло, то есть Амарло Ишая, Ишая Уэ. Ну, спросил. Ишая говорит Хискияу. Царь спросил, нет, подождите, конечно, я бы спросил, почему? Потому что ты не занимаешься вот деторождением. Правильно. Амар, неправильно, да. И не женился ты. Да. А тогда царь его спрашивает, Амарло, царь спрашивает. Да. Поскольку объясняет, почему он не женился. Да, да. Мишум шараити барух баруахва кодыш ше ицо мимени баним ше инам ме мы олим. Да. Так, и... А где ты это видишь? Я что-то сейчас я этого не вижу. Это было? Что-то я сейчас этого не вижу. Где-то сейчас... Амар ло мишум шилу асакты бы прияру, я? Амар ло ишайл бы ады капши дарахман лам малы хавлы стараф и бану шилу. А, подожди. А где это? Слушай, почему-то здесь пропущено это? Это... У меня тоже пропущено. Это видно, у всех у нас пропущено. Слушай, а у меня есть.
А, да, это да, неправильно, хорошо. Жалко, это Тут я не хочу. Да, ну просто... хорошо, окей, ты видишь, что у тебя написано, да? Да, ну вот я просто распечаталась на бумажке, и просто я себе распечатала на бумажке. Да, неправильно. Здесь Прямо. пропущена одна Воткнулся, фраза. да царь увидел, Мишум Шараити. Я, поскольку увидел, я Баруха Кодыш, ну, в этом самом, в Святом Духе, так сказать, Ну, как во бы в пророчестве, которое ему было, божественном да. вдохновении, Шиитс, о, не мэни, что произойдет от меня, произойдут от меня, баним, ну, сыновья, Да. Шеинам, мы олим, вот это не Мы знаю, что означает. улим. Ну, мы улей, это хорошее Никаких, замечание. В смысле, в общем, не... никаких хороших сыновей от меня не будет. В То общем, есть, а нехорошие. он увидел, что от него произойдут два Дурные нехороших дети. сволочи. Дурные дети, короче. Сволочи, а не дети, короче, да. А что ему надо сказал Ишаяу? А вот Да. он ему сказал эту фразу опять. Беа де кавши де рахмана лама леха. А Зачем вот тебе там и копаться, Ишаяху. да? А, подожди, подожди. И сказал тогда Ишаяху, а зачем тебе, да, вглядываться как бы в промысел, промысел? Он сказал, а что ты копаешься Всевышнего. вообще в том, Это что это самое, не да? твое собачье дело. Ты делай, что от тебя зависит. Да, вот он здесь в скобках дает как бы пояснение к этому. Малыха, Стараф. стираф, Стараф. ше рибуну шелалам. Да. Зачем тебе, ну как было, стираф раскрывать Стараф все? это скрытое, скрытое. Скрытое. Зачем тебе скрытое, Да, Господи? зачем тебе скрытость это, владыки мира? Да, так. Маше муфедет. Муфкат, муфкат. Маше муфкат алейха леосот. Да. Что приказано или что велено тебе исполняй. Леосок Да, но при бедую этом в скобках он муфедет. говорит, о чем он говорит, о чем, что тебе приказано? Что Плоды тебе сыновья приказано? жертвы. Все приказано И жениться и я урвия, всем приказано плоды заниматься сыновья жертвы. гетерорфизмом. Осева ма шинох лакадош бараху ясе. Да. Шинох. Осе делай вымаше нох шинох. А то, что, ну, как бы, Ноах удобно, а то, что Удобно, приятно, полагается как он Богу, то сделает он будет Богу, делать. что он сделает Да. Богу, что он сделает. Понятно, да? Маша Муфкада Алейхала Асот Асе. То, что тебе заповедано делать, ты делай. А чего Богу, а что Бог как бы захочет делать, это он будет делать. Не лезь туда. А вот он, смотрите дальше, потрясающая, потрясающая история. Я надеюсь, что я поддерживаю вас в Ягва. самый, да, этот, ну Блин, хорошо, забыла. дальше. Амар ло хискиягу. Им кен? Тен ли это битейха? Битха, Простак? во, а что он ему Битха? говорит? Если так, то отдай мне свою дочь, как Да, бы. говорит, если так, давай мне Жену. свою дочь. В жены тогда путем. Да, очень правильно говорит. Всего это что-то слушаю. Да, улай. Улай, тигром, тигром. Может быть, послужит, да. Может быть, по причине этого Да, по причине захоть я схути, что такое схути. удостоюсь я, удостоюсь я Да, может быть, по причине моих достоинств и да, схутха. схути, твоих И заслуг твоих твоих достоинств. и своих заслуг ведь у мимени баны меолим. Да? И Или тогда, вот чтобы яцу мимени, бани миулим. детишки достойные какие-то там Ну дети. даю, а тогда вы достойны людям. Говорит, ну что, давай про Достойные. свою дочь. Если ты такой умный, давай свою дочь. Тогда мой схуд и твой схуд. Они послужат тому, что из нас выйдут отличные дети. Ну, говорит, давай так. А что он ему сказал? Нет. Ишаяк сказал, Амарло, так, Амарло, квар нет. нигзера, квар нигзера, алейха гзера, Зира, да. ну, вынесен тебе приговор, уже гзера Да, тебе. Ишаяху ему говорит, сложился и сказал, нет, все, в отношении тебя уже гзира. Гзира – это окончательный приговор. В отношении Сказал тебя здесь гзира. Бенамот. Ну, сын, это Шаягу, это Бенамот. Амоц – это, Амоц – это его был отец. Если только Отчество сказать. Ишая, отчество Амоцевич, типа Ну, Петровича. да. Он ему говорит, как Лавдрю, Васильевич, пошел он отсюда. Вот он ему говорит, Да. Бенамоц. Так, это сам сейчас это читаю. Господи, пусть я влезу. Бенамот, Бенамоц. Кала, Кале, я думаю, Кале. Это Кала, приказание от слова закончить. Кале. заканчивай в Кончай Невуатейха свое пророчество ВЦ. ВЦ, заканчивай и убирайся. Да и убирайся. А вот дальше он говорит потрясающую вещь. Он говорит сейчас потрясающую вещь. Давайте вот это сейчас закончим. Как на кубелене, на кубелене, А, да, ви, и что он говорит? Кахмы куглани. как так принят,
принял ну, я. Я думаю, что у него в смысле кабала вот такая у меня масора. Ну, я такая, по традиции, такая традиция. Правильно, традиция мибейт ави аба. Аба, а, пришла тогда. Афилу, херев, хада, а, монахат аль. Мунахат. Мунахат аль, цеваре. Цеварош, цеварош, элядам. Да, если, даже, если даже меч как бы занесен над нашей правильно, хада, хэров, хада, это острый меч, мунах, это вообще положен дословно. Ну ты правильно, я тоже перевел занесен. Но здесь занесен, дословно положен на шею человека. Шею человека, да. Аль имна ацмо. Не считает он себя... Не воспрепятствует он себе, дословно, не запретит он ацмо, мин... Минарахамим, то есть он не воспрепятствует. Лишен еще, пока еще он не лишен милости. Пока еще он, да, он не воспрепятствует от себя просить милосердия. То есть, а, вот от смоми, а, рахамим, да. Милости, шенеймар. Хэн икталэни. Ну, это такое выражение. Хэн икталэни лу и хаэль. Ну, у меня в русском переводе это есть, по-моему, это стиль. Идея такая, даже когда меня... Кетель это гибель. Даже когда меня погибают, дословно, да, все равно я буду эхаэль, я буду надеяться. И хулим это надеяться. Окей? Ну хорошо, мы полностью использовали наше время, но в таком хорошем ритме, по-моему, замечательно. По-моему, дочитаем в следующий раз. А мы сейчас дочитаем, там потрясающие совершенно будут из этого выводы. Но вот я очень рад, что мы этот кусок из Гемары прочитали. Вот. Ну, все, вы все очень продвинулись, по-моему, потрясающий текст, очень интересно. Будем продвигаться дальше. Уступаем арену для следующего занятия. Хорошо? Все, счастливо, пока. Спасибо. Если хотите повторить, то посмотрите ссылку, которую там я поставил в Телеграме. Там спасибо. Ссылка на русский перевод, который я сделал.